Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем вот этот вот двухцветный узор, очень красивый такой он, буклированный получается, с изнанки выглядит вот так вот, ну вот так вот, да, вот она изнанка, вот она лицевая сторона, вот. Вяжется очень просто, выглядит красиво. Узор начинается, девчонки, с... Вот у меня заготовочка, неважно, что вы вяжете, какую деталь вяжете, либо начинаете с узора. Значит, первый ряд узора у нас идет на изнаночной стороне. То есть, если у вас деталь, то вы смотрите, чтобы вы начинали с противоположной стороны от нити набора, то есть с изнанки. Вот она, изнанка. Что хочу сказать, очень важно, число петель должно быть кратно 2. Это единственное правило. Значит, ну, кромочную, соответственно, снимаем. Далее, 2 следующие петли. Вот они, 2. Изнаночной, изнаночной провязываем одну петлю. 1. Делаем накид. И провязываем вторую петлю из двух этих петель. Далее, подцепляем одну петлю. Вот, из этих двух подцепляем одну. И вывязываем еще одну петлю. То есть из этих двух мы вывязали 4 петли. Далее снова то же самое. Из двух петель вывязываем 4. Петля, накид, петля и еще из одной петельки. Есть. И снова таким образом продолжаем. Раз, два. Из каждой пары петель мы делаем 4 петли. Узор по большому счету предназначен для тонкой пряжи. Второй ряд узора. Этот ряд уже у нас на лицевой стороне. Одну петлю снимаем. Первую петлю, которая у нас из одной петли, мы провязываем изнаночной. А эти 3 вместе лицевой. 1 и изнаночная, 3 вместе лицевой. И изнаночная, 3 вместе лицевой. Так до конца ряда. То есть мы восстанавливаем количество петель. Изнаночная. И следующий ряд, третий, мы вяжем основной нитью, изнаночными петлями весь ряд. Четвертый ряд также вяжем изнаночными петлями. И повторяемся с первого ряда. Вот такой вот узор. Потом он у нас вот так вот красиво загибается. И все. На сегодня все, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.